Рады приветствовать вас на нашем канале, дорогие зрители. Сегодня хотим вам рассказать отличную новость. 11 июня на телеканале «Россия-1» состоится премьера 4-серийного сериала «Вы мне подходите». По сюжету нового сериала главная героиня Дина работает в одной из столичных больниц анестезиологом. Все свободное и не очень время она посвящает работе и даже не задумывается об устройстве личной жизни. Однако внезапно она узнает новость, которая заставляет ее задуматься о том, что пора бы все же и о семье подумать. Врачи говорят девушке, что если за год она не забеременеет, то о материнстве можно будет забыть. Ситуация осложняется тем, что Дина одинока, и у нее нет даже на примете кандидата в отцы ее будущего ребенка. Она отгородилась от мужчин и не стремится заводить отношения, так как в прошлом пережила болезненное расставание. Но несмотря на свои убеждения, Дина очень хочет родить своего ребенка и вырастить его. Поэтому придется подумать о том, чтобы отодвинуть свои принципы и страхи на задний план. Помочь ей вызываются близкие подруги Юля, Настя и Марго. Как и Дина, девушки разочаровались в мужчинах, пережив немало неприятных моментов в прошлом, и решили, что лучше жить для себя. Однако, узнав о том, с чем столкнулась их подружка, они начали задумываться, а счастливы ли они на самом деле. Премьера нового сериала состоится 11 июня на «Россия-1». Если вам понравился мой обзор, ставьте лайк под видео. Приятного просмотра!